Финансовая полиция Италии конфисковала 5 печатных станков и 50 миллиардов поддельных евро. Спецоперация прошла недалеко от Неаполя. На складе канализационной компании мошенники устроили подпольную типографию. Подозреваются в махинациях 5 мужчин, их арест уже выдан ордер. Сейчас следователи выясняют, как распространялись поддельные купюры. В этой типографии, по данным полиции, печаталось около половины всех фальшивых банкнот еврозоны. По оценкам Европейского центрального банка, в 19 странах ЕС сейчас в обороте около 16 миллиардов поддельных евро.